Переходя уже к сегодняшнему нашему мероприятию, Саут Николаевич, 16-й кинофестиваль. 16 вроде бы небольшая цифра по счету. Но при этом 16-й кинофестиваль – это 16 лет с 2008 года. Это уже срок такой большой. И за этот период прошло очень много событий как для нашего города, героя Смоленска, так и для всей нашей страны. У нас ковид был, специальная военная операция была, но фестиваль не закончился. Фестиваль продолжается. Ведь недаром символ Феникс, он все равно будет продолжаться, что бы ни случилось. Я в этом абсолютно уверен. Потому что есть неравнодушные люди, есть замечательно неравнодушные смоляне, которым это нужно. А раз это кому-то нужно, мы должны это делать. По традиции мы открываем 16-й международный кинофестиваль актеров, режиссеров «Золотой Феникс» кинематографической хлопушкой. Музыка! Международный фестиваль «Золотой Феникс» открыт!